21 век. Ереван. Уже 75 лет, как кончилась Вторая мировая война и побежден нацизм. Но это не значит, что нацистов больше нет. В армянской столице совершено нападение на мемориал Холокоста. Вандалы измалевали краской памятник жертвам фашистских палачей. При этом пострадала половина, посвященная еврейским жертвам. Мемориал, расположенный на кольцевом бульваре в армянской столице, состоит из двух частей и задумывался как место, объединяющее евреев и армян. Одна плита имеет надпись на иврите с посвящением жертвам Холокоста, вторая же посвящена армянским жертвам. Армянскую часть монумента не тронули. И это происходит не первый раз. Один из последних инцидентов с ереванским памятником жертвам Холокоста произошел всего несколько месяцев назад, осенью 2020 года. На фоне боевых действий в Нагорном Карабахе в Армении активно культивировались антиизраильские настроения. Глава правительства Армении Никол Пашинян публично обвинял Израиль в вооружении неких террористов и наемников, якобы воевавших в Нагорном Карабахе, и в хамской форме отказался от израильской гуманитарной помощи. Мемориал подвергался нападениям и ранее. Так, в 2010 году вандалы намалевали на нем свастику и нацистскую надпись. Тогда тоже пострадала лишь еврейская половина памятника, а армянскую не тронули. «Мне не хочется верить, что это совершил армянин», написала в Facebook глава Международной общественной организации гуманитарного развития Цевинар Кастанян, высказав версию, что осквернение памятника совершили спецслужбы вражеских стран с целью провокации. Это заявление само по себе только вновь подтверждает, что в Армении царит идеология радикального национализма. Кастанян не может осудить факт вандализма, не провозгласив в очередной раз идею исключительного армянского превосходства. Исследования авторитетных международных организаций, проведенные в последние годы, демонстрировали чрезвычайно высокий уровень антисемитизма в Армении. По данным Pew Research Center, Армения по этому показателю является абсолютным лидером среди стран Центральной и Восточной Европы. Считать евреев своими полноценными согражданами отказываются 32% населения страны. Опрос антидефамационной лиги показал, что 63% армян ненавидят евреев из-за их поведения, при том, что количество еврейского населения в Армении исчезающе мало. 45% армян считают, что евреи слишком много говорят о Холокосте, а 38% армян возлагают на евреев ответственность за большинство мировых войн. Несложно найти и конкретные примеры радикального антисемитизма армян. В феврале 2002 года в Ереванском доме писателей состоялась презентация книги члена Союза писателей Армении Ромена Епископасяна «Национальная система». В книге, изданной на армянском и русском языках, Епископасян обозначил евреев как разрушителей нации, поставив их в один ряд с главным, по его мнению, врагом армян – Турцией. Холокост, по мнению автора, является самой большой фальсификацией за всю историю, отмечала председатель еврейской общины Армении Рима Варжапетян в своем отчете «Антисемитизм в Армении». В 1999 году Игорь Мурадян, один из главных основателей сепаратистского движения в Нагорном Карабахе, опубликовал большую статью об историческом конфликте между арийскими армянами и семитскими евреями. А в 2004 году этнолог Грануш Харатян, которая курировала работу правительства Армении с религиозными меньшинствами, обвинила евреев в антихристианских деяниях. Президентом Армении в то время был Роберт Кочерян, который и сам вовсю провозглашал подобные фашистские тезисы, говорил о генетической несовместимости армян и азербайджанцев. Армянские националисты давно ведут войну не только с мемориалом памяти жертвам Холокоста, но и с другими памятниками, которые не вписываются в концепцию армянской исключительности. Очень наглядно результаты этой войны видны на территориях, которые осенью 2020 года были освобождены азербайджанской армией от многолетней оккупации. Уничтожению подвергались не только азербайджанские мечети и памятники, но и объекты с интернациональным значением. В Зенгеландском районе был изуродован мемориальный комплекс
посвященный Великой Отечественной войне. В Вагдаме осквернен памятник солдатам Великой Отечественной войны, а в Джабраиле, помимо памятника советским бойцам, разрушили известный еще в советские времена родник «Дружба». В руины за годы оккупации превратилась Русская Православная Церковь в Ходжавенском районе. Единственная церковь РПЦ на территории Нагорного Карабаха, принадлежавшая в свое время терским казакам. В противовес чужим памятникам армяне устанавливают бюсты и статуи собственных героев, таких как известный пособник гитлеровцев Горегин Нжде. В январе 2021 года памятник Нжде был установлен армянами в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По информации, распространяемой армянскими источниками, в частности, судя по ряду реплик армянских депутатов, в настоящее время при участии российских миротворцев идут усиленные переговоры по демонтажу монумента сподвижнику фашистов.